Так, привет, бродягам. Сегодня сделаем небольшой тест солнечных панелей FTF и обычно гибкие солнечные панели 4x9, здесь 3x12. Здесь маленькие ячейки, но широкие. Так, видите, это больше, это меньше. Так, солнце. Облаков почти нет. Отлично. Вот стоит. Так, подключил вот эту. Она выдает нам 3,6 ампера. Здесь смотрим, что здесь он у нас дает 47 ватт. МП5, так, 16,61. Ну а здесь снижает до нужного напряжения заряда 3,6. Вот, 13,5 сейчас идет. Ну, как-то вот так. 47 ватт. 47 дает вот эта панель. Сейчас переключаю на эту. Раз. Два. Так, продолжение банкета. Так, смотрим, пошло. Так. Так. Опа, 4 ампера. Видим. 4 ампера, 52,3, 18 вольт, но в ваттах 52. Выше и напряжение точки, наивысшей точки, и в ваттах 52,5. Ну, пусть немножко постоит, посмотрим. 4 ампера дает. Вот она, лежа. Так, чуть-чуть вот здесь есть затенение. Ну ладно, у той тоже есть затенение, поэтому не буду уже перекладывать, потому что их тогда на солнце надо выносить туда все эти оборудования. Как-то вот так. Это если мы их тестируем, просто положив, допустим, на крышу. Лежат они на крыше и никуда, никакого угла, ничего. И смотрим далее, что у нас. 51, 50 ватт, 59, ну, наверное, может быть, прогревается, падает. 59, 18, 38. Здесь все те же 4 ампера. Аккумулятор я нашел дохлый. Этот не совсем дохлый подключил. Заряда нет почти. А этот нашел, там 9 вольт на нем вообще было. Вот. 4 ампера, тут не снижается ток заряда. Так, смотрим, что здесь у нас. 51,5. Так. 51,7, 51,3. Ну, в общем, 50. Выше 50. Так. Еще раз сейчас переключимся на вот эту панель. Так, 51, ну, как видим, что 51,5. Солнце сегодня никуда не убегает, поэтому все нормально. Так, перепад включаем сейчас. Так, вот так вот, просто раз и просто два. Упс, понеслась. Открываем щавель, здесь пока по нулям. Здесь находит точку максимальную, 19,18, 43. 42, 40, 44, 45, 46. Ну, в общем, больше он не дает. 3,6 ампера. Ну, вот как-то вот так. 46 ватт. 46,6,8. До 50 не дотягивает. Вот так вот.